Привет, друзья! Хочу ответить на вопрос по покупке земельных участков и строительству домов по Флориде в городе Нортпорт. Зачитываю вопрос. Привет, Юрий! У меня вопрос по земельным участкам. А есть информация по домам, которые можно заказать на эти земельные участки? Меня интересует модель дома, план, площадь и комплектация. Почему спрашиваю? Хочу предложить потенциальным клиентам конечный дом, а не земельный участок с возможностью постройки дома. Думаю, так будет эффективнее. Нельзя дать универсальный ответ на этот вопрос, что вот будет дом стоит там 150 тысяч и вот такая-то комплектация. Потому что разные строительные компании, я говорил о том, что мы несколько строительных компаний нашли, разные комплектации у домов, разные размеры у домов, поэтому ну, в среднем, вот если так, большинство компаний предлагают условия, это где-то от 130 тысяч долларов до 200 тысяч долларов за дом. Большинство компаний все-таки предлагают вот верхнюю планку. То есть это 3 bedroom, 3-спальный дом, плюс зал, плюс кухня, плюс 2 ванные комнаты. Вот это примерно стоит там с готовый дом уже, с отделкой, с кухней готовой. Здесь в Америке обязательно при сдаче в эксплуатацию должна быть установлена кухня с холодильником. Значит, готовый дом будет вот порядка там 180-200 тысяч долларов. Если дом меньшего размера, то есть, например, one bedroom даже может быть, или two bedroom, но one bedroom, наверное, все-таки совсем маленький, то, конечно, цена будет ниже. Мы сейчас готовим материалы по домам и по вот планам, как вы просите, планы, описание. Это будет у нас на нашем сайте. Сайт мы свой обновляем постоянно, касающийся инвестиций в земельные участки. Он называется florida.investmentinmiami.us. Если вы зайдете в раздел «Русская Америка. Недвижимость» на нашем сайте, главном, то заходите russian-america.us, раздел «Недвижимость», то будет ссылка как раз на сайт, посвященный Флориде и покупке земельных участков и строительству домов. Если ваши клиенты готовый дом хотят купить сразу, вот просто он уже построенный, такие варианты тоже есть, но там, конечно, будет наценка, строительная компания как минимум 20-30 тысяч долларов наценит сверху свою прибыль, потому что они положат свои деньги и они хотят заработать. Если они построили на свои деньги, значит, они хотят потом их выдернуть назад с прибыли. Закон рынка. Поэтому дождитесь немножко времени, и появятся на сайте у нас планы домов, какие дома мы предлагаем. Вот еще не определился даже сам пока по строительной компании, с которой буду сотрудничать. У одной плюсы в одном, у другой плюсы в другом. Мы уже тут с женой спорим, какую все-таки строительную компанию выбирать, какой дом выбирать, то ли это должен быть модерн, то ли это, хотя мне, например, модерн нравится, то ли это будет все-таки традиционный майамский стиль, такой испанский, с черепицей. Ну, в общем, думаем. Важно, что мы получили предварительное согласие на кредитование. И вот вопрос по кредитованию у нас уже, в принципе, решен. Вот я говорил, что есть нерешенные вопросы. Это два таких глобальных вопроса. Первый – это кредитование. Второй вопрос – это выбор строительной компании. Вот строительная компания – это последний вопрос, который еще пока у нас не решен. По кредитованию мы понимаем уже, как кредитоваться для иностранных граждан, которые не живут в Соединенных Штатах и не имеют грин-карты, и для граждан, которые имеют постоянное место жительства в Америке. Так что вот этот вопрос ну, мы до конца уже практически прошли, и я в ближайшее время запишу видео уже с процентными ставками, когда мы получим официальные расчеты, сколько нужно платить в месяц. Так что дожидайтесь и просматривайте все видео, касающиеся покупки недвижимости. Там очень-очень много информации, потому что вот сегодня буквально другой человек звонил, не тот, которому сейчас отвечаю на вопрос, из Казахстана. Задавал вопросы, которые, ну, все видео уже разжеваны по нескольку раз. Там, касающиеся коммуникации, например, касающиеся, как будет проходить сделка, касающиеся, где территориально находятся участки. Все это есть видео, поэтому наберитесь времени и посмотрите. Все-таки это инвестиции, это не маленькие деньги. Ну уж я думаю, найдете пару часов, может не в один день, а там в 3 дня разбить, посмотреть все видео, касающиеся покупки и строительства. Если у вас есть вопросы какие-то, плюс 1-347-265-6186, Viber, WhatsApp, набирайте, отвечу на все вопросы.